Всем привет, с вами Карина и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хотела бы показать вам и рассказать о моих покупках с сайта AliExpress. У меня здесь будет очень-очень много канцелярии. Канцелярию я купила для моей дочери Йоланды в основном, да, большую часть. Также и для себя кое-что. И продолжайте смотреть, если вам это интересно. Кстати, забыла сказать, Йоландочкин канал у меня будет в инфобоксе под видео. Обязательно подписывайтесь на нее, она у меня начинающий детский блогер. И начать я хотела бы, наверное, с самой такой интересной, как я считаю, вещицы. Это вот такой вот пенал. По-моему, японская марка, типа Kawaii Box, вот что-то в этом плане, потому что это вот именно японская продукция. Пенал имеет такую жесткую форму, смотрится как сумочка, да, и, ну, как бы и выполнен в виде такого чемоданчика, кейса. Видите, да, вот такой пластмассовый бантик, здесь есть код. Когда он пришел, и я его пыталась открыть, вы не представляете, я что только не перепробовала. Я уже все смотрела, я уже хотела писать продавцу, думала, ну, может быть, какой-то брак, либо они мне должны сказать код. И в итоге я нашла, что здесь такая небольшая этикетка была, я ее отлепляю и нахожу маленькую-маленькую, вот прям малюсенькую наклеечку с цифрами. И представляете, да, здесь были три цифры, так что кто будет заказывать, ссылочки я оставлю под видео. Имеется это в виду, то, что здесь нужно ввести код, который вы найдете вот здесь вот, ну, как этикетка, да, приклеен такой стикер. Итак, я ввела код, как мне нужно, открывается, то есть вот таким образом здесь есть зеркало. Зеркало, оно прям настоящее, кстати, классное, сейчас на себя могу даже посмотреться. Далее идет вот такой большое отделение, то есть куда мы можем положить карандашики, ручки и так далее. Далее открываем, то есть перекидываем его, и здесь можно писать уже расписание, либо ваш, ну, какие-то ваши имена, то есть тип крови, группу крови, когда день рождения и контакты ваши. Далее еще здесь находятся два отделения, один такой как более квадратненькое, второе у нас более длинная и выдвигается вот в эту сторону. То есть и здесь еще внизу еще один такой большой отдел, но он уже такой неглубокий. В принципе, тоже туда, ну, несколько ручек может поместиться, линейка. И все. То есть вот так закрываем. Закрываем, переставляем, перепутываем, в общем, цифры. И никто у вас ничего там не возьмет без вашего ведомо. Следующая вещь, это тоже пенал, но это уже такой мягкий под кожу пенал, то есть можно использовать даже как чехол для очков, если вы носите очки. А очки от солнца, мне кажется, ну, вряд ли сюда, скорее всего, поместятся, хотя, смотря какого размера, вообще можно использовать даже как косметичку, но я выбрала с надписью My Pencil Case, то есть это мой пенал. А, и там также были, по-моему, другие надписи, по-моему, даже без надписи были. Есть, были какие-то как картинки в виде животных каких-то, то есть там тоже несколько вариаций, по-моему, даже несколько цветов было. Но я выбрала такой классический, красивенький, потому что я подумала, что вдруг Йоланда не захочет. Вот такой беленький я бы и себе с радостью забрала, просто положить в свою сумку и носить точно так же там какую-то мелочь. Открывается на молнии. И подклад здесь просто коричневого цвета. В принципе, все достаточно хорошо прошито. Ну, как бы здесь ее сшить особо нечего. И вот таким размером. То есть, видно, да, размер. А, очень миленький, мне нравится. Кстати, ничем не пахнет. Хотя это и кожзам. Вообще абсолютно никакого запаха нет. Взяла вот такой блок. Карточки выглядят вот таким образом. Просто они белые, с двух сторон, закругленными краями. Для чего они вообще нужны? Это, я так полагаю, карточки, на которых печатаются визитки. Ну, а я брала из того расчета, что Йоланда сейчас, так как ходит в садик, они там учат, кстати, буквы, ну, они учат буквы на греческом, а я и решила купить такие штуки, потому что просто на каждой карточке писать буквы, и чтобы она могла составлять слова. Например, она уже умеет составлять и писать свое имя на греческом, но можно писать и русскому, да, я ее языку учу, то есть и русские буквы, и греческие буквы, то есть цифры, все что угодно можно делать. Так что девочки, девушки, у кого есть маленькие детки, то мне кажется, это очень-очень классная идея, вот именно
такие карточки использовать, чтобы самим написать, нарисовать там что угодно. Следующее, вот такие наклеечки взяла. Такие тоже какой-то, знаете, как в японском, в корейском стиле. Наклеечки, это такие, как пандочки, очень красивые. Как назвать, заметки, чтобы писать. То есть, вы знаете, да, такие небольшие, есть как стикеры они, есть просто бумажки. Но здесь они склеены сверху, то есть на одну треть, где вот сама голова, получается, нарисована у панды. Ну и здесь просто вот так вот они делаются, да? То есть можно отлепить, кстати, не открывали даже. Отлепляю и, ну давайте прилеплю куда-нибудь. Кстати, клеятся классно и очень-очень мило смотрятся. Я надеюсь, что вам сейчас видно. Из стикеров опять набор целый здесь. Ну, как вывески, как лозунги, какие-то бантики, тортики, гирлянды. Как будто в комиксах, да, когда говорит кто-то. То есть разные-разные, и они все черно-белые. То есть здесь абсолютно и надписи, и животные всякие. 6 листов. Запах клея у них присутствует. Я не знаю, с чем это связано. И как будто бы они чуть-чуть влажноватые. Но, наверное, надо подержать их отдельно от пакетика. И клеить, я так понимаю, что вот эти наклеечки черно-белые, они именно для дневников личных идут. Что касается дневника, я взяла себе вот такой, как называется, скетчбук или как-то так. То есть я не слежу за вот этими новинками вот именно канцелярскими, ну, по-моему, называется скетчбук. Исправьте меня, если я ошибаюсь. Черная, в общем, тетрадь с твердыми листами черными, где мы будем писать, рисовать, рисует кто хорошо. Я, в принципе, взяла, потому что мне было очень интересно посмотреть, что это такое, как рисовать, как там писать, какие-то пометки делать. Может быть, даже буду и сама вот эти наклейки сюда клеить. Так что посмотрим. И здесь на первой, да, на лицевой стороне написано «Such a beautiful night», то есть такая прекрасная ночь, и написано все такими как серебристыми красками. И, кстати, да, я уже попробовала здесь тоже написать, тоже красиво смотрится, конечно же. И чем я писала? Я себе взяла, как раз вот для вот этой тетрадки, взяла набор металлических ручек, металлических чернил, наверное. В общем, набор из 6 ручек, когда они пишут, то есть получается вот такой как бы металлический след они оставляют. То есть именно для черной тетради. А я сейчас попробую, здесь 6 цветов. Я дождалась, когда подсохнут вот эти чернила здесь, вот именно на листе. И вы знаете, мне кажется, на самом деле я ждала, что они будут на такие поболее, более металлическим цветом, более ярким, но серебристый он классно, да, здесь смотрится, а все остальные цвета, вот розовый тоже неплохо смотрится, а цвета, которые потемнее, они как-то не совсем видны. Или у меня так свет падает, я понять не могу. Как бы их видно, но не совсем они смотрятся металлическими, либо у меня просто здесь свет мой стоит, поэтому так. Я не знаю. Ну, в общем, на белой бумаге они, кстати, тоже, да, смотрятся металлическими, но там видно, что это прям цвета какие. Здесь как-то не особо пока что я вижу. Дальше я взяла набор из ручек, цветные ручки. Здесь их 2, 4, 6, 8, 10. Здесь их 12 штук. А здесь, наверное, все цвета радуги. Знаете, здесь стержень просто супер тонкий. Вот прям, мне кажется, я так... Такой тонкий стержень еще ни разу не встречала. Супер ярко рисуют. Вот я попробовала сейчас парочку, но красивенные мне нравятся, да. Так что мне понравился этот набор. Из стикеров вот такой у меня еще наборчик. Это тоже стикеры такие для заметок маленькие, либо как закладки можно делать в тетрадке, не знаю, в книжке. И здесь вот такие вот зайчики, то есть зайчик с подарком, с сердечком, с каким-то шариком, с тортиком. В общем, классные, миленькие. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 разных видов. То есть отлепляем. Отлепляем по одной, клеим на страничку куда-нибудь в виде закладки, и все готово. Стикеры.
Стикеры эти я взяла опять для Йоландочки. Здесь очень много разных кошечек. То есть здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять видов. Шесть, семь. Я не знаю, штук 8 или 7 видов разных кошечек, то есть в разной вариации, как они сидят, смотрят, в какую сторону. Они вообще для бумаги, то есть тоже где-то вот на бумажную основу лепить, либо, не знаю, на пенал куда-нибудь. Но я попробовала, делала себе гель-ногти, попробовала прилепить их на ногти и сверху покрыла топом. А на двух ногтях они у меня еще держатся, на с трех вот они у меня отвалились, просто потому что они не совсем такие плоские, они немножечко, ну, не знаю, чуть-чуть объемные, как будто бы, ну, то есть это не для ногтей, но как вариант тоже можно попробовать, потому что они очень маленькие такие и очень красиво смотрятся. Взяла вот такой вот, как фломастер, знаете, как корректор, замазыватель, белый, в общем, корректор, такой как... Ну, то есть ведете и оставляется такой след, да, такая полоса. Это, мне кажется, по такому же принципу сделана ручка со стикерами. Я сейчас открою и посмотрю, что это такое. Каким-то, в общем, животными. Сейчас попробую здесь. Это, опять же, для оформления своего личного дневника, либо вашей тетрадки школьной. Можно, то есть надавливаем, и получается какая-то полосочка такая прозрачная, очень-очень тонкая, прозрачная, с наклейками, с разными зверушками. Кстати, прикольная штука, мне кажется, Йоланда будет прям вообще в восторге от нее. Еще одна вещица — это какой-то слоник. Я не помню, что это, наверное, это стирательная резинка. В общем, открываем. Фу, пахнет резиной. Смотрите, какая милота. Да, мне кажется, это стирательная резинка, здесь из носика вот такой, как фонтанчик, или что это можно вытащить, можно отдельно вот этой частью стирать. Внутри здесь есть еще зеленое сердечко, которое тоже у нас вытаскивается. Ой, с двух сторон вытаскивается, как конструктор вообще. Тоже можно использовать. Либо можно полностью жопкой, например, стирать простой карандаш. Так что очень милый. И да, ну жалко его, конечно, тратить по назначению, но поставить где-то, либо просто, чтобы с вами был как талисманчик, то классно будет смотреться. Еще одну вещицу я взяла тоже с сайта AliExpress или с eBay, я не помню, откуда я брала на самом деле, потому что все с AliExpress у меня было, кое-что с eBay я ждала, не знаю, в общем, ссылочку поищу, не буду врать вам. А это у нас кольцо для селфи, Charm Eyes называется, это, ну, как бренд, потому что есть они прям конкретно китайские, это, конечно, тоже китайские, но как идет под своим брендом. Вот такая большая коробка пришла. Кстати, шло мне... Обратный адрес написан Сейшельские острова вообще. В общем, шло очень долго. Я уже вытащила. Упаковано все супер классно. Куча разных бумажек здесь. Супер упаковано. Конечно, там прорезиненное все, чтобы защита такая, чтобы не разбилась. В наборе шел вот такой мешочек бархатный. И само кольцо, я просто его сейчас принесла, я его заряжала, потому что мне оно сегодня только пришло. То есть в наборе идет само кольцо, я взяла голубого цвета, там их, по-моему, то ли 3, то ли 4 цвета, и заряжается с USB кабелем. Не пробовала, не смотрела, я сразу просто поставила заряжать. Итак, сейчас хочу попробовать. Смотрите размер, у меня телефон 6S+. Вот, то есть он большой, да, и я взяла кольцо, то есть я на самом деле думала, кольцо будет поменьше, потому что для мужа я брала как чехол, да, вот этот LED, то есть подсветка, я себе хотела кольцо, но в итоге оно какое-то огромное пришло. Если честно, я немного расстроилась, потому что я думала, оно будет поменьше, ну, чтобы с собой как бы удобно было брать. Муж посмеялся. В общем, включается... Да, здесь их название или что здесь написано? Включается... Не могу включить. А, вот, включила. И я читала, что... Ну, не знаю, вот сейчас у меня софтбокс, и свет мой горит. Может быть, не видно. Я читала в инструкции, что несколько коротких нажатий,
надо сделать, чтобы регулировать яркость. То есть у них три, по-моему, режима яркости. Вот сейчас второй и третий. Вот так, сейчас проверю, конечно, на телефоне на своем. Я одела, смотрите. То есть надо еще следить вот здесь, чтобы камеру не закрывал. Ой, не здесь, вот здесь впереди. Либо можно одеть, наверное, обратной стороной, если вы, ну, другой стороной фотографируете. Короче, ребят, я, наверное, напишу под видео про вот это кольцо, то есть как оно будет у меня без моего дополнительного света, потому что сейчас свет включен, я ничего, если честно, не вижу никакой разницы. Хочу сразу сказать, что покупка я недовольна, получается, потому что оно просто огромное. А, не знаю, может быть, кому-нибудь подарю, разыграю в giveaway, я не знаю. Ну, в общем, мне пока что оно... Ну, не то, что не понравилось, просто... Большое, не то, что я хотела. Сейчас я хочу с вами попрощаться. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Ссылочки все я оставлю в описании под видео. И всем пока-пока!